Доброе утро, мы ванни радиослушатели. У нас сегодня микрофон заведующий Юго-Восточного больница доктор Пеппер. И у нас разговор связанный с мой и родно. Но, доктор Пеппер, что вы хотите подчеркивать этого времени года? Ну, большие холода для нас, конечно, всегда время, когда у нас много работы. И самая большая проблема именно в населенных пунктах, маленьких и в селах, это угарный газ. Потому что топят очень сильно, иногда несколько раз в день даже. И угарный газ появляется, потому что у нас не печки в нехорошем состоянии. И слишком рано закрывают эти печи. И поэтому нам попадает довольно много пациентов, у которых есть проблемы с отравлением угарного газа. Этот газ такой, который самому пациенту не почувствуется. И иногда, когда у него плохо, и скорая приедет туда, у них датчик, который сразу фиксирует повышенный уровень угарного газа. Поэтому всегда мы советуем. Есть у нас в продаже специальные датчики угарного газа, не только от дыма датчик должен быть дома, но и от угарного газа, чтобы именно если дома печи, открытые плиты и вот такие камины, и чтобы именно возможно было соблюдать, чтобы не было увеличения угарного газа. Другая проблема, конечно, с холодом, саморазрушение, особенно конечностей, и очень такие слабые места, это уши тоже, потому что они иногда не под шляпой, иногда ходят с голой головой, и очень быстро можно замораживать уши. Замораживание конечностей – проблема, которая особенно связана с употреблением и алкоголя, и большим количеством алкоголя, где пациент или вот эти люди, которые принимали алкоголь, остаются там долгое время в холодной среде, некоторые даже спят в снегу, и потом у врачей довольно много работы, чтобы даже отрезать эти конечности или их лечить. Следующая, третья проблема для нас сейчас – скользкие дороги и травмы, которые связаны именно с скользкими дорогами. Мы советуем обязательно больным соблюдать такой маршрут, где вид, что вот эти скользкие места все-таки не пересыпаны с щебенками или маленькой гранитовой или с песком, и эти так называемые дороги, они на снегу очень хорошо и на льду видно. И обыкновенно сыпают их не очень широко, а именно такую маленькую дорожку. Тогда будьте так добры, ходите по этой дорожке. Конечно, обувь должен быть таким очень зимним, хорошим, не скользкающим подошвами. И если эти подошвы все-таки скользкие, первое, которое хорошая идея, которую можно исполнять, под подошву ставить обыкновенный медицинский лейкопластер, и тоже подошва будет держаться лучше. Есть и специальные гвозди, зимние гвозди, или такие приспособления для обуви, которые можно использовать. И нельзя торопиться, осторожно, осторожно. Особенно скользкие эти места, где много не ходят, и которые накрыты свежим снегом, и там не видно, что под этим снегом и можно упасть. Так что вот эти три самых больших проблемы, которые связаны очень низкой температурой.